Друзья, здравствуйте. Я Дмитрий Кожома, и 1 июля стартовал второй тур мультимедийного проекта «Россия-10», и уже некоторое время, в общем, мы выбираем самое интересное и самое лучшее место России. Вот. Мы же, именно я и команда «Константа Спортивная», мы голосуем за вотчину Деда Мороза, потому что мы были там, мы знаем, насколько это хорошо, насколько это действительно душевно, добро и по-настоящему, и лично знакомы с Дедушкой Морозом. И, в общем, хотим вас попросить, призываем, точнее, не настаиваем, а если вы верите в сказки и в чудеса, и верите в то, что мир не такой грустный, а иногда он бывает действительно очень волшебным, поэтому, друзья, голосуйте за вотчину Деда Мороза. И вам будет счастье! Пока!